Тумсо, почему Эрдоган для защиты мусульман в Идлибе вторгся в Сирию, а для защиты мусульман в Палестине не вторгается в Израиль? Тумсо, ассаламу алейкум. Что скажешь про Палестину и Израиль, про евреев в целом? Также пару слов о судном дне, если можно. По поводу ситуации, обострения ситуации в Палестине. Вообще, вы знаете, вот когда идет война, то очень, очень сложно как-то комментировать это с точки зрения политики и определять, кто там прав и виноват, типа вот эти вот правы, эти виноваты. Потому что ты, когда ты начинаешь влазить вот в такие вопросы, а тут проливается кровь, это выглядит так, что ты стал на чью-то сторону. И ты оправдываешь пролитие крови противоположной стороны. Поэтому дело очень неблагодарное. Здесь правильные слова – это сказать, что на данный момент нужно остановить кровопролитие однозначно. А потом уже, после того, как оно будет остановлено, тогда уже можно говорить уже постфактум о том, кто виноват, там, кто более виновен, кто более прав там, и так далее. Я вообще, честно говоря, был удивлен тем, что у меня в друзьях в Фейсбуке люди, которых я считал адекватными, мне пришлось удалить из друзей несколько человек из-за того, что одни из них вели откровенную произраильскую пропаганду, оправдывая убийство людей в Газе, и другие, наоборот, вели прохамасскую, я бы так сказал, пропаганду, оправдывая убийство ни в чем не повинных мирных жителей Израиля. Я имею в виду тех, которые погибают от этих выпускаемых ракет. А я не хочу быть жертвой пропаганды. У меня такое ощущение бывает, когда я это вот все вижу, читаю, как будто бы я Соловьева, бывает, только вот в других каких странах другие бывают Соловьева, как будто бы я их читаю и вижу. А я Соловьева я как бы не смотрю, мне противно. Также мне противно любую иную пропаганду слушать, видеть, читать, смотреть. Поэтому я решил этих людей удалить. Хотя считал их вроде как адекватными, но, к сожалению, пришлось в них разочароваться. Еще раз повторю, в этой ситуации, в том, что сейчас происходит, разбираться, наверное, будем потом, постфактум уже будем смотреть, кто там виноват, кто был зачинщиком, из-за чего это все началось и так далее. Сейчас самое главное, это нужно остановить вот это кровопролитие. Сейчас очень много людей погибает, в основном, конечно, со стороны Палестины в Газе. И вот это нужно остановить. Остановить, а потом уже разбираться. Ассаляму алейкум. Тумсо, как относишься к Хамас? Можно ли сказать, что действия, которые предпринимаются Израилем, оправданы, так как они защищаются? Несут ли палестинцы какую-либо угрозу для Израиля? Ва алейкум ассалям. Я к Хамасу отношусь негативно. Но те действия, которые предпринимаются Израилем, они не оправданы. Конечно же, нет. Здесь, знаете, очень важный момент. Это вот те люди, которые говорят, что Израиль там, он исторически неправ, там они оккупанты и так далее, и так далее. Это одна история, как бы. Вот это, да, есть исторический момент, если мы будем его разбирать, это отдельная тема. Но есть и вот то, что происходит здесь и сейчас. Это конкретно сейчас конфликт, который вот начался. И в этом конфликте есть конкретная сторона, которая виновата. Но сейчас мы об этом говорить не можем, потому что когда проливается кровь невинных людей, говорить о таких вещах неправильно. Давайте сейчас будем говорить про кровь людей, что вот это надо остановить. Не должны умирать ни в чем не повинные люди. А потом уже разбираться во всем остальном. Единственное, одно я бы хотел сказать по поводу Иерусалима. Я вижу много там дискуссий, типа евреи должны отдать Иерусалим, там Израиль должен отдать Иерусалим. Дорогие друзья, евреи, Израиль, им Палестину никто не отдавал. Ой, точнее, не Палестину, а Иерусалим. Иерусалим Израилю никто не отдавал. Израиль Иерусалим завоевал. Они его забрали. И они его не отдадут. Поймите это, наконец. Если вы хотите Иерусалим, Аль-Аксу, его нужно будет забрать. Его никто вам не отдаст. А если тот, кто говорит, что они должны отдать Иерусалим, то вы должны также говорить, что турки должны отдать Константинополь, саудиты должны отдать Мекку с Мединой.
Это ситуация, которая ничем не отличается от этой. Поймите, что никто ничего не отдаст. Этот мир устроен таким образом, что подобные вещи их забирают, их не отдают. Поэтому перестаньте жить в этих иллюзиях и заниматься пропагандой. Сейчас нужно говорить о том, что проливается кровь, и это нужно остановить. Интересно, как это понятие? Никто ничего не отдает, кто-то что-то забирает, и при этом остановить кровопролитие. Подскажите, как это сделать, не проливая кровь? Сделать что, говорится? Что сделать? Сейчас там вопрос не идет о том, чтобы забирать Иерусалим. Иерусалим нельзя забрать, выпуская ракеты из Газы. Это глупость полная. Поэтому сейчас вообще не стоит вопрос о том, чтобы забирать Иерусалим. И тем более никто его вам отдавать не собирается. Сейчас идет просто уничтожение ни в чем не повинных людей. Вот это надо остановить. В этом сейчас нет никакого смысла и блага, в этом тем более нет. Поэтому любые здравые головы сейчас должны выступать за остановку этого кровопролития. Все, и других там вопросов вообще быть не может. Никаких разговоров о политике, о том, что там Палестина, государство, там, Израиль должен отступить, там, перестать существовать. И вот эти прочие ересь, которая сейчас обсуждается. Ничего из этого не должно обсуждаться. Только остановка кровопролития. Вот приоритет сейчас. Тумсо, почему Эрдоган для защиты мусульман в Идлибе вторгся в Сирию, а для защиты мусульман в Палестине не вторгается в Израиль? Я думаю, тебе было бы правильнее этот вопрос задать Эрдогану, а не мне. У меня нет ответа на этот вопрос. У меня вообще много очень вопросов ко всем странам, которые как так или иначе в этой теме участвуют, там какие-то заявления делают. У меня у самого к ним очень много вопросов и претензий. Но ответов у меня точно нет, есть только вопросы. Салам алейкум, брат. Считаешь ли ты Эрдогана диктатором, так как он репрессировал 500 тысяч людей? Алейкум ассалям. Нет, я не считаю Эрдогана диктатором, я считаю Эрдогана абсолютно демократически избранным президентом. То, что он реально избранный, что у него есть поддержка народа, мы это все увидели в 2016 году, когда военная хунта попыталась совершить военный переворот в Турции. Мы видели, как народ вышел и спас свою страну, спас Эрдогана от этого переворота. Поэтому этот человек, он реально пользуется поддержкой турков, и он реально избранный. По-моему, в следующем году, кажется, у него должны пройти выборы. Это, кажется, выборы в парламент, если я не ошибаюсь, я не сильно как бы слежу за ситуацией в Турции. Если они не пользуются, если партия Эрдогана не пользуется популярностью, если люди перестали его поддерживать, то на этих выборах они проиграют, их места займут другие. Во всяком случае, в Турции, по крайней мере, есть выборы, они честные, и там люди путем выборов могут менять свою власть. Это нельзя назвать диктатурой. Диктатура – это когда не существует выборов, или они являются фикцией, как в России, фарсом. Тогда, да, конечно, это диктатура. Эрдоган – диктатор, ты что, слепец, говорит? Ну тогда извините, что я не разделяю с вами ваше мнение по поводу него. Я считаю, что он не диктатор. انتظريني يا قدس وانتظريني سأزيل